Слава нашому Господу! Дорога церква, брати і сестри, сьогодні День Воскресний. Ми явилися для того, щоб прославити нашого Господа. Хай Він нас благословить. На сьогодні гості, ви бачите, яка молодь перед нами сидить. Хай Господь їх благословить сьогодні, і братів наших, і всіх нас, хай наповнить Дух Святий. Я читаю Слово Боже, де написано 83-й псалом, пару віршиків. «Как вожделенно жилище Твої, Господи, сил, і стомилась душа моя, желая во двор Господні. Серце моє і плоть моя восторгаються к Богу живому. І птичка доходить собі жилє, і ласточка гніздо собі, гді положить птенцям своїх. У алтари Твої, Господи, сил, цар мой і Бог мой, блаженне, живущі в домі Твоєм, вони непрестанно будуть восхвалять Тебя». Браття і сестри, блаженними з вами, що Господь підняв нас зночі, сохранив наших друзів в дорозі, нас сохранив в наших машинах. Ми приїхали для того, щоб прославити нашого великого Господа. Как вожделенно жилище Твої, Господи, сил, і стомилась душа моя, желая во двор Господні. Тут Господь, котрий ісцеляє, тут Господь, котрий крестить Духом Святим, спасає, направляє і утішає наші серця. Вставши, подякуємо такому Богу. Амінь. Алілуя, алілуя, слава Тобі, Абба, Отче, Кравен Глодис. О, Дух Святий, алілуя, алілуя, слава Тобі, Царю Царю, Абба, Отче. Благодарю Тебя, Господь, Армина или Камен Готен, Абба, Отче, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, наш Пане Главный Скивен. О, Дух Святый, я благодарю Тебя, Сына Божьего Иисуса Христа, Абба, Отче, аллилуйя. Хай простим Твой небесний рукам благодаті Твої торкається кожного із нас. І ми Твоє ім'я прославимо Тебе, Господь. Алілуя, алілуя, алілуя Тобі, Ісус. Хай буде вічна слава, я віддаю народу Твоєму. Віддаю згоду місце Духу Святому. І бажаю Твоє прославити великий Бог. Абба, Отче, алілуя. Слава Тобі, Ісус, слава Тобі, Цар Царів, Великий Господь, і ми раби Твої стоїмо перед Тобою. Я Тобі дякую, я Тебе славлю, моєго великого Бога. Ісусе Христе, слава Тобі, я благодарю Тебе, Господь, допоможи Твоєму народу і дай віри, і дай сили Христової благодаті, і хай буде прославлено ім'я Твоє. Амінь. Алілуя. Господь, і на Тебе поглоблений день, благодаті Христової, наповни наше серце, алілуя. Прославься Ти, великий Бог, прослав ім'я Твоє сьогодні, алілуя. Бо Ти є Бог живий, Ти є Бог добрий, алілуя. Поклоняємося Твоєму імені, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, алілуя Тобі, Господь. І на Тебе подарований воскресний день, наповни Духом Святим, алілуя. Як відними часом, як хочеться нам, щоб Твоя сила проявилася. Слава Твоя, Господь, дабы все було, Господь, уничтожено то греховное. Утремі Твоїх нам, Господь, я дякую Тобі, я молю Тебе, Бога жизни. Алілуя, алілуя, слава Тобі, Господь. І в цей дарований день укріпляй наші серця і помагай нам, Господь. Да будет хвала Твоего имени, достоин, достой нам, Господь, который Бог заклонился нам, слава Тобе, аллилуйя, аллилуйя, пробудь с нами, Господь. Баранин, аллилуйя, Бог жизни, Абба, Отче, аллилуйя. Достоин наш великий Господь, слава и чести, и сьогодні всей дарований ранок, перед Тобою у місті Кенті церква зібрана для того, щоб прославилося ім'я Твоє, Господь. А нас посетили наші друзі, гості, наша молодь дорога, яка сьогодні перед нами. Ми її бачимо, як вони гарно вдіти, Господь. Благослови це собрання.
Ми радуємося, Господь, що на нашому краю є ті люди, які підтримують істину Твою, які славлять Твоє ім'я, які можуть держати благо Твоє, Господь, на землі. Я прошу Тебе, благослови братів моїх, які будуть проповідувати, і все наше собрання наповни сьогодні Духом Святим. Хай побачать ті, які противники цьому, що є з нами Бог, що з нами сила Твоя і Дух Твій Святий, алілуя. Руководи нами, Господь, управляй нами і наповни серце наше до розливу. Святий Господь, в руки Твої вручаю цю молодь, в руки Твої вручаю все собрання, а Тобі вічна слава хай буде. Амінь. Ко спасению новый живой, Слово Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, Сам говорит, приди. Радость, радость будет в небесах, и в райский свет. Спасите, строя душа, вечно.
Дорогі браті і сестри, скажемо слава нашому Господу. Я думаю, що ми маємо велику привілегію знаходитися в Домі Божьому, прославляти Його ім'я, славити і величати Його. Ми дуже раді, що маємо можливість і таку привілегію бути в вашій церкві. Хочемо, щоб ми вместе прославили Господа, послужити для вас благословенням. А хто не знає, ми приїхали з церкви Еммануїл, міста Портленд, в народі називають Вінницька церква. І сьогодні ми хотіли б вместе з вами розділити Божье присутствие, быть Его славой, чтобы Божье присутствие было на всем месте. Я хотел бы поделиться Словом Божьим, призвать вас к молитве, чтобы Господь прибыл на всем месте, чтобы мы могли вместе слиться с Ним и в Его присутствии пребывать. Книга Иова, 1 глава, 7-8 стишок говорит так. «Искал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле, обошел ее, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязливый, удаляющийся от зла». И другое местописание, это будет Исход, 33 глава, 13-18 стишок. «Итак, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». Я хотел бы сегодня говорить вместе с вами несколько мыслей, и мы будем молиться. Вы знаете, в наше время мы живем в очень интересное, как сказать, в такое время, в которое Бог нам дозволил жить. Мы понимаем в том, что в наше время не всегда так просто служить Господу. И я взял это местописание Иова, когда-то Господь обратился к сатане и сказал, «Обратил ли ты внимание на моего раба Иова?» И потом Господь перечисляет его характеристику. Он говорит, что человек непорочный, справедливый, богобоязливый и удаляющийся от зла. То есть Бог обратил внимание на него и хотел, чтобы так же само враг душ человеческий обратил на него внимание. И потом сатана имеет диалог с Богом и говорит, ну не зря ли ты оградил его, вот если ты дозволишь вот это. И мы потом видим всю историю, как Господь дозволяет сатане сделать определенные действия в жизни Иова. И потом мы видим как бы всю жизнь. То есть мы смотрим более уже как жизнь прожитая Иова. И вы знаете, меня вдохновляет, есть в середине этой книги есть такие слова, что «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в моей плоти, я могу прославить Его». То есть мы знаем, что Иов в своей жизни, когда отказались от него друзья, отказалась его жена, потерял все имущество, всю семью, и как бы казалось бы уже все конец его жизни, и нет ему ничего, как бы сказать, смысла жить на всей земле, и он говорит, что все равно до конца я буду верный. Я хотел бы сегодня говорить на такую тему, ты надобен Господу. Вы знаете, в жизни нашей мы не всегда понимаем все, что происходит в нашей жизни. Часто кажется, что у моего соседа, у моего ближнего почему-то жизнь идет намного легче, чем у меня. Почему-то, вот, например, может, дети более послушливы, более здоровая жена, более процветающая жизнь, а в моей жизни происходят трудности, происходят определенные проблемы. Слово Божие говорит, что всем призванным по Его изволению все содействует ко благу. Часто народ Божий в последнее время начинает смущаться от того, что в его жизнь приходят переживания и проблемы. Вы знаете, что когда-то апостолы поучали своих учеников, говорили, что многими скорбями нужно войти в Царствие Божие. Эти ситуации, эти обстоятельства жизни, они помогают человеку прийти к Господу, помогают ему служить так, как он желает ему. Вы знаете, на странице Священного Писания есть много прекрасных примеров жизни. Когда мы анализируем жизнь Иосифа, когда мы анализируем жизнь Давида, Моисея, мы замечаем что-то, нечто в их жизни, которое часто в нашей жизни мы не хотим соглашаться с этим. Бог этих мужей, как Иова, как Моисея, как Иосифа, как Давида, как апостола Павла, готовил к определенному труду. Они были нужны ему. Но в их жизни каждый из них прошел определенным путем, прошел определенной долиной испытаний, переживаний, которая им нужна была, чтобы они в определенное время могли сделать что-то в жизни для Господа. Когда мы смотрим на молодого Иосифа, я смотрю сейчас на наше время, на нашу молодежь, часто для них сложно понять то, что молодое время нужно проходить путем узким и тернистым. Идти путем тем, которым Господь призывает.
Для этого молодого человека, как бы сказать, когда он был продан в рабы, и несправедливо кажется с нашей стороны, он мог иметь полное право возроптать на Господа и сказать: «Господь, я все служил Тебе, старался быть послушным Отцу, а вот в жизни моей произошло вот это». И потом мы смотрим, он делает добрые, как бы сказать, шаги веры своей, и в жизни, как сказать, в доме Потифара он служит правильно тому господину, и приходит ситуация в его жизни, где он опять страдает несправедливо, его кидают в тюрьму, и мы знаем, что не один год человеку Божью пришлось провести в своей жизни, чтобы ему доказать верность Господу. И вне зависимости от каких ситуаций, его вера, его упование, его верность Господа не пошатнулась. То есть этот молодой человек провел свою жизнь, и есть место Писания, что в железо вошла душа его. То есть его жизнь настолько была испытана, что человек, который, как бы сказать, в молодом возрасте, он пережил очень много. И я думаю, что каждый, кто читает Библию, он сознает в том, что этому человеку не так просто это все досталось. То есть не так просто в его жизни нужно было ему проходить через то или другое. Когда мы берем пример Моисея, это человек, который, как бы сказать, вначале он вырос в семье фараона. То есть был сыном дочери фараона. Но пришел возраст, он осознал в том, что перед ним большая перспектива. Перед ним, как бы сказать, как для нашего народа сейчас, для нашей молодежи, очень много того, что они могут взять. Но он посмотрел, что есть большее воздаяние, чем которое перед его лицом. И он выбирает лучшее страдать с народом Божьим, нежели иметь греховное наслаждение. И главное, он взирал на воздаяние, он смотрел в том, что в конце его жизни будет что-то то, что намного драгоценнее, чем все вот это, которое сейчас мы имеем. Вы знаете, когда-то, имея беседу с одним человеком, он мне сказал такой вопрос: «Андрей, сколько лет образования ты имеешь в этой стране?» Я сказал: «Какое имеет значение?» Он говорит: «Ну вот, например, один имеет bachelor, другой имеет master degree, а третий doctor degree». И я говорю: «В духовной сфере это не имеет никакого значения. Насколько ты был образован в этой земле, в этой стране, все имеет, насколько ты служишь Господу и ты предан Ему». Часто в жизни нашей мы начинаем в том, что вот это, что прелести этого мира, который мы имеем, мы стараемся сливаться с ним и ставать с ним похожими. Нам часто, может даже, я наблюдаю такой парадокс нашего времени, наши люди начинают изменять свои имена, свои фамилии, стараются стесняться своих близких, знакомых, своих родственников, пожилых людей. Почему? Потому что я живу в этой стране. Да нет. Я думаю, что Иосиф и Моисей – это два человека, два иммигранта, которые, как сказать, по-нашему не были в чужой стране, но они не слились с миром. Они остались верны Господу, и их имена как были, так и остались их именами. То есть они были верны Господу в том, что Бог дозволил. И мы смотрим на это, на Иова, который я читал стишок. «Человек непорочный, справедливый, богобоязливый, удаляющийся от зла». Вы знаете, когда я читаю эти стихи, я просто восторгаюсь в том, как часто в нашей жизни мы много проповедуем словами. Но наши слова не всегда, к нашему большому сожалению, соответствуют с нашими делами. То есть как насчет сегодня в моей жизни, твоей, дорогой друг? Могу ли я сегодня сказать, когда Бог обратится к врагу душ человеческих и скажет: «Андрей, человек непорочный, справедливый, богобоязливый, удаляющийся от зла. Может ли Господь сказать так обо мне? Может ли Господь похвалиться и предложить мою жизнь в испытание?» Я сегодня хотел бы, чтобы мы, размышляя о том, что мы надобны Господу, и каждый из нас надобен Господу для определенного служения. Иосиф был нужен Господу. Он прошел очень, как бы, сложную жизнь. Конечно, его жизни ему нужно было спасти Египет
и как бы весь той мир на то время от голода. Но чтобы он мог это сделать, ему нужно пройти было долгие годы испытаний и искушений, чтобы доказать верность Господу и быть верным в том ассайменте или в том, как бы сказать, в том задании, которое Господь имел в его жизни, как бы долгие года. То есть, если бы Иосиф просто смотрел перед носом, перед своим, как бы сказать, на ближнем зрении, он не увидел бы в том, что Господь имеет для него что-то сильное и определенное. Если бы Моисей бы просто смотрел вперед, он не мог бы исполнить волю Божью, в конечном итоге вывести народ израильский из земли египетской. Я хотел бы задать вопрос себе и тебе, дорогой друг. Ты знаешь ли ты сегодня волю и направление и цель Господа в твоей жизни? Для чего Господь тебя ведет этим путем? Для чего ты имеешь жизнь? И что Господь желает сделать в твоей жизни? И к чему Он вообще ведет? Есть такое выражение, которое очень мне нравится – чтобы не сломаться за 5 минут до счастья, или чтобы за 5 минут до того Господь чего приготовил. Вы знаете, часто вспоминается мне такой пример, один человек говорил, вот в моего жизни почему-то много не клеилось, и он хотел трудиться Господу, что-то делать, и вот у него всегда, он где-то был просто в заду. И один раз Господь обратился к нему: «Дорогой друг, я так своими словами говорю, я готовил тебя для важного служения, но в испытаниях и искушениях ты не был верен мне, и ты сломался. И я не смог и не могу поставить тебя как бы главным камнем или каким-то впереди украшением для здания моего. А пришлось мне поставить тебя где-то сзади. То есть ты надобен мне, и у меня для тебя есть цель и направление». И часто беседую с молодыми людьми, я всегда говорю следующие слова: «Дорогой друг, для тебя есть назначение. Но как в зависимости, как ты проведешь свою жизнь сейчас, будь зависимо, будешь ли ты в исполнении Божьей воли». Давайте мы еще откроем местописание, это будет Иеремии, 18 глава, с 1 стишка по 4. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Мы здесь видим, Господь обращается к Иеремии в пророческих словах, говорит, что «сойди в дом горшечника и посмотри на его работу». То есть сосуд, который горшечник делал из глины, он развалился в его руке. И пришлось этому горшечнику делать другой сосуд в жизни. Я думаю, что если мы, углубляясь в это местописание, мы можем заметить то, что у горшечника была в начале идея. У горшечника было направление, что он хотел сделать с глиною. То есть, если так сказать, что у него было определенное дело, что он хотел сделать из этой глины. Но когда он делал это, то развалился этот сосуд в руке его. То есть, бывает в жизни нашей, когда Господь, подобно горшечнику, с нас лепит определенный сосуд. И если мы поддаемся лепке Господа, когда мы поддаемся Господу, его как бы сказать, проверки в жизни нашей, испытания, в скорбях, которых мы проходим, и мы выдерживаем, и Господь из нас сделает определенный сосуд, который бы мог бы быть Господу благопотребным на доброе дело. Но бывают моменты в моей и твоей жизни, дорогой друг, и ты это знаешь, когда мы ломаемся, когда мы сломываемся, и Господь старается уже с этой сломанной глины сделать что-то похожее или что-то такое, которое можно было сделать. Вы знаете, я хотел бы еще привести пример Давид. Молодой Давид, который, как бы сказать, по нашим глазам, когда Самуил пришел в дом отца его, то даже когда он сказал, что в твоем доме есть сын, которого Господь благоволил поставить на царство, то в то время Давида даже не было в доме. Он просто был с овечками. И Господь указал и вел его. Но прежде чем Давид стал на царство, ему пришлось побегать не один год, и, наверное, не один десяток лет от Саула, пройти долиной уничижения, испытаний, чтобы он мог стать на царство. То есть ему нужно было пройти, как бы сказать, по-нашему, горнило уничижения, испытания. И к нашему сожалению, он, как бы сказать, к нашему рассуждению, он прошел это. И кажется, все хорошо и спокойно.
Ты подготовлен на царство, ты встал на царство. Но проходит момент в жизни, когда Давид не бодрствует. И кто читает Библию, он знает, что сосуд его сломался в тот момент. И Господу пришлось сделать с него уже потом дальше лепить с той ситуации, которая была в его жизни. Вы знаете, в жизни нашей бывают часто люди, когда Господь их ведет к какому-то определенному служению, к труду, они поддаются Господнему руководству, и они выходят на то служение. Но что дальше происходит, если человек не бодрствует, человек не идет путем Господа, путем смирения, унижения, он может в определенный момент сломаться. И Господь потом уже в той ситуации смотрит, что с этим человеком сделать. Почему я сегодня говорю не говорю только сегодня к труженикам, служителям или хористам? Я сегодня обращаюсь к каждому из вас, дорогой друг. Часто мы не понимаем в том, что почему в моей семье я родился в такой семье. Почему у меня такие родители, и почему я нахожусь в такой церкви. И часто, может, в жизни моей подходит ропот. Почему вот у меня вот так, а у другого иначе? Почему вот у меня вот так происходит? И почему я должен идти вот именно вот этим путем? Когда мы читаем Псалом 72, то Асаф, он говорит, что у тех нечестивцев от жира выкатились глаза. То есть, их жизнь полна благ, а вот моя жизнь, я иду путем смирения, уничижения. И до тех пор, пока я сегодня не вошел во святилище, не разумел, что на скользких путях поставил их. Я хотел бы сейчас вас призвать к молитве. Дорогие мои братья и сестры, если сегодня ты переживаешь трудности и испытания в своей жизни, Господь над всем наблюдает. То есть наши кратковременные, временные страдания, ничто не стоит с той славою, которую Господь хочет открыть, когда мы придем в небо. Слово Божье еще говорит в притче, 27 говорит, что слава Божья облекает тайною дело. То есть слава Господа в твоей жизни в том, что ты не знаешь, что Господь делает. Не всегда нам понятно, не всегда мы знаем, что Господь старается слепить с меня в молодом, в среднем, пожилом возрасте. Но у Господа есть план и назначение для тебя и меня, дорогой друг. И сегодня я хотел бы призвать вас в молитве, чтобы мы понуждались и мы полностью доверились Господу, чтобы Его имя было прославлено в жизни. И даже если, может, подобно Иову, нам приходится лишиться всего, чтобы мы, смотря на Него, сказали, я знаю, Искупитель мой жив. Еще есть место Писания в Библии, что даже если виноградная лоза и масличная, как бы сказать, своими словами я говорю, ведь не даст плода, и тогда я буду славить Господу. Я думаю, что пожилые люди со мной согласятся, что мы не идем к лучшему времени, мы идем к трудностям и переживаниям жизни. И вы знаете, когда-то моя покойная мать мне сказала, что было все хорошо, и они на утро проснулись, и пошло гонение в церкви. И некоторые люди задавали служителям такой вопрос, что вы не подготовили нас к испытаниям. То есть сейчас наше время, как сказать, такого, не, я бы сказал, зачища, но впереди буря, впереди большие серьезные испытания в жизни церкви, и нам нужно приготовиться и быть готовым, что Господь, Он ведет меня и тебя дорогим путем. И даже если ты проходишь очень сложным путем, посмотри в сравнении, посмотри, что другому человеку может быть сложнее, чем тебя. И сегодня я хотел бы подбодрить тебя, не падай веры, не ослабевай, не пускай свои руки в жизни твоей. Даже, может, если твои дети, может, твои близкие, знакомые ушли от Господа, есть надежда у Господа. Господь контролирует ситуации, Господь направляет путь твой, и Он ведет тебя, чтобы ты остался верным Ему, и чтобы в жизни твоей имя Господа прославилось. И даже, может, ты в своей жизни, пока ты жив, ты не увидишь, как бы сказать, изменения и перемен в твоей семье, в твоей жизни, но в жизни Господа Господь наблюдает. Останься Ему верным, не опускай свои руки, и Господь поможет тебе. Аминь. Прославим Его. Аминь. Господи. Oh,
чир, баралабарас, кабалалабаралабаралайс. Оле белеле бале гламинес, кабалалайс. Аллилуйя, баралабаралабаралай. Чир, баралабарас, кибили, баралабаралабаралай. Леша, баралабаралабаралай. Чир, баралабаралабаралайс, кабалалай. Аллилуйя, баралабаралайс. Чир, баралабаралабаралай. Аллилуйя, баралабаралайс, кабалалай. Чир, баралабаралабаралай. Чир, баралабаралабаралай. Аллилуйя, баралабаралайс, кабалалай. Чир, Аллилуйя! Наш Небесный Отец, мы прославляем Твое имя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы имеем все благословенное служение пред славой Твоей, Господи, славлю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты наблюдаешь, Господь, зорко над каждой из нас жизнью, Господи, и наша жизнь в руке Твоей, Господи. Я прошу Тебя, Господь, Ты знаешь эту церковь, Ты знаешь этих людей, я их не знаю, Господи, но сегодня я прошу Тебя, благослови их именем Твоим, Господи, да будет их тебе жизнь, их, Господи, семьи благословенны Тобою, да будет народ благословен Тобою, Господь. Иисус, виноградник Твой цветет и принесет, приносит плоды Тебе. Господи, я понимаю в том, что в жизни не всегда так легко, не всегда так просто, Господи. Я прошу Тебя, сегодня даруй, чтобы каждый из нас, Господи, уповал на Тебя, шел за Тобой, не оставлял свое упование, Господи, сознавал в том, что наша жизнь, наше хождение, оно важно пред лицом Твоим, Господи, что сегодня мы нужны Тебе, Господи, и Ты готовишь и ведешь каждого из нас в свое время, Господь, Ты, Господь, проводишь нас определенными путями, чтобы мы остались верными Тебе, Господи, чтобы, когда мы придем в Небесное Царство, мы могли вместе с Тобою разделить ту славу, разделить то величие, Господи. О, прославься, Господь, жизни нашей, даруй наши скорбя, переживаниях была видна слава Твоя, Господи, чтобы в нашей жизни, Господи, наших, Господи, переживаниях, скорбя, был прославлен только Ты, и чтобы сила Твоя, Господи, почивала в народе Твоем. Благослови все служение, пребывай в нем, Господи, говори Духом Святым, Тебе слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Приятний цей час, і ми раді бути в вашій церкві. У нас є друзі, які желають потрудитися сьогодні псалмами, віршами, і бажаємо, щоб це послужило на славу Божу і для користі кожного з нас. Значить, зараз буде псалом «Вот Божий син і льот кров свою», можете зразу готуватися, після чого буде псалом «Всі духи в Симанськам», група молоді, потім Інна Мельничук має стих, після Інни буде псалом «От погибелі спасла мене милость Божия», і потім сестра поділиться псалмом «Також тебе благодарю», після чого брат Роман поділиться словом. Oh,
страдаю. Я за людей свою жизнь отдаю. Знаешь, это трудно, когда друг предает, когда толпа смеется и в лицо плюет. Но силою твоею преодолею все. Пусть будет человек оправдан и спасен. Но да будет воля Бог твоя, себя отвергну я и крест свой понесу. Хотела вам рассказать, она называется «Поднять любовью». И оно о тех людях, которых, наверное, здесь нет. Или они сидят где-то сзади. Почему? Потому что у каждого из нас, я думаю, дай Бог, чтобы не было, но, наверное, есть такой брат, сестра, друг или подруга, которые совсем недавно сидели здесь, в этом зале, и славили Бога, а сейчас их уже здесь нет. По каким-то причинам что-то случилось у них в жизни, и они уже не ходят в собрание. И вот этот стих о таких людях. Называется он «Поднять любовью». Запачканный и в грязи по колено, тяжелое, не вытащить ноги, не выбраться из глинистого плена, и каждый, кто в грязи, погиб. А мимо ты спешишь в одежде белой к запачканным, а мимо ты спешишь в одежде белой, запачканных стараясь обойти. Ну как же ты святой душой и телом, тех в глине все равно уж не спасти. Ты очень ценишь белые одежды, а как тебя Христос нашел, забыл? Припомни, где лежал ты, падший грешник, который Иисусом поднят был. Запачканным тобой не погнушались,
и стороной тебя не обошли. Коснуться грязного не побоялись, и грешника погибшего спасли. Тебя в одежду белую одели, гнушаешься сегодня грязных ты. Тебе ли мимо проходить? Тебе ли? К запачканным не бойся подойти. Подай им грязным руку. О, неважно, как далеко шагнули в грязь они. Их можно вытащить, погибнуть страшно. Взгляни на погибающих, взгляни. Пусть сердце всколыхнется острой болью. Поднять святое дело. О, смелей! Ты подними и обними с любовью. Одежды не запачкаешь, не бойся. Но станет белое еще белей. Аминь. Гибели спасла меня милость Божия, в день отчаяния нашла. Служу, это милость Божия, это милость Божия, что грехи мои осмыл, это милость Божия, и свой Дух Святой излил. Чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божия, от земли Бог заберет свою милость Божию, там, где место
святым, будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божия. Это милость Божия. Спасла меня милость Божия, день отчаяния нашла. Меня милость Божия, то, что я еще живу, то, что Господу служу. То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. Слава Богу.
за свет небесный твой меня ты осветил, наполнил всю собой, я за тобой иду. Ты добрый пастырь мой, небесную страну, где встретимся с тобой, я за тобой иду. Ты добрый пастырь мой, небесную страну, где встретимся с тобой. Тебя благодарю, Отец, благодарю. Слава. Господь одолжи свою за нас.
Мир вам, брати та сестри. Вітаю вас любов'ю Господа. Дуже приємно бути в україномовній церкві і чути рідну українську мову. Но проповедовать я буду по-русски. Уж простите меня. Я просто с детства вырос. В смысле, вообще-то мы говорили українською, але читали Біблію російською. То я думаю, що ви зрозумієте російську, так? Хай Бог благословить. Ми відкриємо місце Святого Письма, Второе послання Тимофея, 4 глава, 7 стих. Перепрошую. Апостол Павел написал к Тимофею письмо. Тимофей – это был его друг. Это был человек, который ему помогал. И он его наставлял. Через его руки ему дали, и Тимофей получил дар. И апостол Павел написал ему послание. Это мы сейчас называем послание святого апостола Павла к Тимофею. Тогда это было просто письмо, которое написал один друг своему младшему другу. И он пишет написал здесь такие интересные слова. 4 глава, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». У меня главный вопрос к апостолу Павлу, на который я потом попытаюсь ответить. Он говорит: «Я подвиг совершил». Мне стало интересно, какой подвиг совершил апостол Павел. О каком подвиге он говорит? О каком течении он говорит? Какую он веру сохранил? И если мы откроем второе послание к Коринфянам, 11 глава. Второе послание к Коринфянам, 11 глава. Мне очень нравится ваша Библия, такой крупный шрифт. 11 глава, 23 стих. Чуть-чуть выше он немножко объясняет, почему он хвалится. Он говорит: что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии и при такой отважности на похвалу. То есть он говорит: это не то, как вы должны делать, но это я вам делаю для того, чтобы вас наставить. И дальше 23 глава, 23 стих, чуть-чуть ниже он говорит. Он сравнивает себя с другими людьми. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше». Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в дении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, мне ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. У меня короткая мысль, которую я хотел бы с вами поделиться. Вот я прочитал вот это все. Я думаю, по моему мнению, это подвиг, который совершил апостол Павел во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, мы должны последовать Иисусу Христу. И вот хороший пример вот этого
последователя, хороший пример последователя, это апостол Павел. Он говорил, подражайте мне, как я Христу. Понятно, что мы должны подражать Христу. Но как это делать? Апостол Павел хорошо нам показал. Теперь я возвращаюсь к главной мысли, которую я хотел бы сказать. Мы много в этой жизни жалуемся. We complain a lot in our lives. И причем, ну, бывают такие смешные жалобы, ну, доходит прям до, ну, наверное, самое популярное, это когда открываешь шкаф и говорят, нечего одеть. Самая такая популярная жалоба. Но это простая, это понятно. Но, если мы проверим свою жизнь, каждый день мы едем на работу, мы едем в церковь, и мы жалуемся, опять в трафик попал. Или там, какой-то кофе сегодня невкусный. Или, ну, разные жалобы. Или в церкви скучно. Или что-то этот брат на меня, так он мне сказал неприятно, все, не буду ходить в церковь. Или меня обидели там. Или меня там оскорбили. Или сколько у нас в жизни жалоб, это просто не перечесть. И когда я слушаю жалобы, я постарался свой разум так настроить, чтобы передо мной стоял этот подвиг апостола Павла. Вы представляете, как, насколько мизерно и насколько незначительно звучат наши жалобы по сравнению с тем, что пережил апостол Павел? Я вам напомню. Безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Кто из нас был при смерти в ранах или в темнице за Христа? Старшие братья могут похвалиться. Я не думаю, что кто-то из молодежи может похвалиться, что мы были безмерно в ранах за Христа в темнице. Если кто-то может, пусть Бог благословит, я не думаю, что тот человек будет роптать и жаловаться. От иудею 5 раз дано мне было по 40 удара без одного. Другой бы сказал, но это точно нету благословения от Бога на мой труд. Меня уже 3 раза палками били. 3 раза по 40 ударов. Это значит, что-то Бог мне хочет сказать, что, наверное, мне нужно что-то менять в жизни. Ничего подобного. У него таких сомнений не возникало. Однажды камнями побивали. Представьте, пришел, чудеса сделал, проповедует им Слово Божье, спасение. Его камнями побили до смерти, вытащили за город, лежит и думали, что он умер. Апостол Павел встает и думает, ну все, вот это уже конец моей карьеры, я уже напроповедовался, пойду в Иерусалим, буду там жить себе тихонько где-то, чтобы никого не трогать и меня, чтобы никто не трогал. Нет, разворачивается и идет назад в тот же город. Потом он из него ушел. Но какова вера? Какова вера и доверие Господу, что Богом определено вот это все испытания, трудности, которые мы переносим? Я не нахожу ни одной жалобы от апостола Павла. Он даже просил у Бога 3 раза убрать от него жало в плоть. Он просил, а Бог сказал, довольно для тебя благодати моей. Он говорит, ну, значит, довольно. И все, его жалоб, у них нету жалоб. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников. Его все на свете преследовали. Его преследовали все вокруг. И свои, и чужие. В опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде. В голоде. Не надо после этого жаловаться, что кому-то, кто-то, что-то, еда не такая, или мало, или что-то еще. Он говорит, я часто в голоде был, в жажде. Кто из нас жаждает или голодает от того, что нету пищи? Может быть, есть такие люди, но я обращаюсь к тем людям, которые, не голодая и не жаждая, жалуются на стуже, в наготе. Это когда холодно, а у тебя нечем одеться, некуда скрыться. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное сечение людей, забота о всех церквях.
Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Таков пример апостола Павла. Я думаю, что это его подвиг, который он сделал для Иисуса Христа. Он показал пример. И я для себя понял одну вещь, что когда мы жалуемся, я обращаюсь к израильскому народу. Бог их вывел великими чудесами и знамениями. Он вывел их из земли рабства и вел их в землю обетованную. Им все было не так. Чеснока не хватает, мяса не хватает, того не хватает, хлеба нету. Ты здесь вывел нас, чтобы убить нас здесь в пустыне. И комплейнят, и жалуются, и ропщут, и ропщут. И Богу это очень больно и неприятно. Ему самое больше больно, когда мы Ему не верим. Потому что если мы ропщим, это значит, что мы не верим Богу. Он показал все чудеса и знамения, такой силой великой вывел из Израиля. Он доказал им, что Он есть, что Он за них заботится, что они Его народ, что Он их взял, Он их не оставит. Днем был столб облачный, ночью столб огненный. Ну как вы можете говорить, что Бог вас оставил? Точно так же и в нашей жизни. Бог всегда заботился о нас. Он нам, написано, дал все необходимое для жизни благочестия. А даже когда с нами случаются испытания, или какие-то беды, или какие-то, ну, как кажут украинцы, негаразды, мы не имеем права жаловаться или роптать на Бога. Знаете почему? Потому что Бог все равно остается с нами. Слава Ему за это. Да поможет нам Бог, чтобы мы забыли, что такое ропот. Это очень огорчает Бога, когда мы недовольствуем и ропщем. Потому что Он всегда с нами. Он всегда заботится о нас. Даже если нам чего-то не хватает, Он все об этом знает. Написано, что у нас волосы посчитаны на голове. Кто-нибудь когда-нибудь считал свои волосы? Да никто никогда. А Бог, Он проявил заботу, Он знает все. И Он заботится. Да поможет нам Бог, чтобы мы не были как израильский народ, который написано, что вошел даже не за ропот, а за неверие. Ропот – это уже проявление неверия, недоверия к Богу. Поэтому да поможет нам Бог, чтобы мы не роптали, а когда у нас возникают какие-то жалобы или что, вспомним апостола Павла, вспомним, где он был, что он пережил, что он делал. И тогда посмотрим на свои жалобы, на свои на свой ропот, и нам станет неловко и стыдно от того, что мы жалуемся, от того, что кондиционер не работает или еще что-нибудь. Это очень нам в жизни поможет, и это научит нас быть благодарными Богу и доверять Богу. И Богу нравится, когда люди довольны, когда люди не ропщут, когда люди доверяют. Богу это нравится. Да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь. Прийшов час, щоб нам загальним співом прославити Бога. Ми заспіваємо псалом «Ісус, як ти дорог для мене». Після чого у нас буде псалом «Мелодія». Потім сестри прославлять Бога псалмом «Я знаю, Бог не ошибається». І потім буде псалом «Єсть на небі город». Після чого хор послужить псалмом, і брат, завершуючи служіння, поділиться також словом. А зараз встанемо для загального співу. Брати і сестри, під час співу буде мати матеріальне служення. Буде жертвувати на церкву нашу. Той, хто задовжав похоронний фонд, будь ласка, возмістіть похоронний фонд. Ну і так само будівельний фонд у нас відкритий. Віримо і надіємося, що скоро будемо робити реконструкцію, що дасть Бог, і нам дадуть переміти, розрішення. І ми будемо робити все-таки, розширятися. Так що хай би Бог благословить вас. І пам'ятайте, що ввечері ми хочемо зробити збір. Ми прошлу неділю робили збір, і сьогодні є вже подяка для Володі Манчик, для його сім'ї. А ввечері ми хочемо зробити для сім'ї Славіка і Люби Медвідь, які на Україні, який є рак. Люби, роблять хімії, за все треба платити. 12 дітей і 9 дітей, які ще з ними неопределені, ще малолітні діти. Так що давайте ми пожертвуємо і ввечері. Так що майте на увазі. Божого благословення всім. Ісус, як ти дорог для мене. Как ты дорог, дорог.
чудову пісню спас мені дав з небесної висоти, якоя ще ніколи не співав, то є мелодія любві. В моїм серці є мелодія, яка чудова є. Серці є мелодія, то є мелодія любви. Моїм серці є мелодія, яка чудова є. Моїм серці є мелодія, то є мелодія любви. Любов Христа, що вмер він за нас, дала мені вічне життя. І в серце вселила мелодію, радію тепер вже я. В моїм серці є мелодія, яка чудова є. Серці є мелодія, то є мелодія любви. В моїм серці є мелодія, яка чудова є. В моїм серці є мелодія, то є мелодія любви. Буду співати спасові я, коли зійдемося всі. О, як буде там мені радісно, коли зустріну свої. В моїм серці є мелодія, яка чудова є. В моїм серці є подяка, в моїм серці є хвала, в моїм серці є мелодія для Спасителя Христа. Yeah.
много в мире путей и дорог, много пристаней для кораблей. Каждый путник себе изберет тот край, что сердцу милей. Много в мире путей и дорог, но всегда возвращаясь домой, наполняет сердце мое утоляющий жажду покой. Лишь Христос из дорога домой, те братья ждут меня, церковь мой вечный причал. Здесь я нашел, что искал, да лишь Христос из дорога домой, те братья ждут меня, церковь мой вечный причал. Здесь я нашел, что искал. Раздал я имение мое, все, что имел про меня, голоса недовольных сердцов преклонять свое сердце не стал. Здесь я нашел, что искал, сокровище на глубине. Здесь я построю свой дом, жизнь на Иисусе Христе, да лишь Христос из дорога домой, где братья ждут меня, церковь мой вечный причал. Здесь я нашел, что искал, да лишь Христос из дорога домой, где братья ждут меня, церковь мой вечный причал. Здесь я нашел, что искал. Зажегший свечу, поставил ее под сосуд. Христос предлагает тебе, чтоб ты его свет всюду нес. Много в мире путей и дорог, но один освещает Христос. Хоть он узок тернист, но на нем вера, надежда, любовь. Лишь Христос из дорога домой, где братья ждут меня, церковь мой вечный причал. Здесь я нашел, что искал, здесь я нашел, что искал, сокровище на глубине. Здесь я построю свой дом, жизнь на Иисусе Христе, да лишь Христос из дорога домой, где братья ждут меня, церковь мой вечный причал. Здесь я нашел, что искал. Слава Богу, брати і сестри. Простіть нас. Я так сижу напроти, дивлюся, думаю, чого вони такі сумні? Чи чого ми приїхали? Чи може в них така радість десь така глибока? От. Глибока, да? Слава Богу. Слава Богу, що брати мене впевнили. Так як перед вами тут, перед проповідниками ви поклали Біблію з руським текстом, то буду і я вже по-російськи. От так розумію. Ми віруючі люди, сьогодні неділя, сьогодні день хвали Богу нашому.
чтобы не распылять уже наше внимание, я только, может быть, дополню немножко то, что уже сказали братья, и мы будем молиться. Будем молиться нашему Богу и будем прославлять Его имя. И просто мое желание направить как бы к цели молитвы. Братья говорили, у нас в церкви, я обратил внимание, последние недели много говорят о вере. Мы все верующие люди. Мы понимаем, как верить, мы понимаем, во что мы верим, в кого мы верим. Но хорошо бы, чтобы мы в этот воскресный день посмотрели на свою веру на основании Божьего Слова. Первый брат, который сегодня говорил, коснулся нашей веры, на чем она должна быть построена. Второй брат говорил и показывал пример апостола Павла, который имел настоящую веру. Книга Библия, Евангелие Евреям, 11 глава, начинается такими словами: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы понимаем значение этих слов. Что такое вера? Мы знаем это наизусть, это определение веры. Вера есть осуществление. Осуществление чего-то, того, что мы ожидаем. Что мы ожидаем, братья и сестры? Мы уже посажены на небесах, мы уже спасены. Но Библия говорит: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Нам нужно пройти какой-то путь, усовершиться, достигнуть совершенства для того, чтобы войти в небо. Вера есть осуществление и глубокая уверенность в сердце в том, что я спасен, что я действительно посажен на небесах, что у меня есть цель неба, и я все делаю для того, чтобы вот это временное, проходящее, со временем оно отпало, и я достигнул вечной цели, жизни вечной, осуществления. Вы знаете, это осуществление мы часто говорим или приписываем в основном все Богу. Он нас спасает, Он нас ведет, Он благословляет, Он Духа Святого нам дал, чтобы мы добрались до Царства Небесного. Он нам это все сделал и все дал. И мы уже посажены на небесах. Осуществление ожидаемого – это твоя и моя христианская жизнь. Твой и мой выбор. Я хочу сказать сегодня о том, что вера – это повседневный наше хождение и наш выбор. Что мы будем делать? Что мы будем говорить, как мы будем поступать, как мы будем думать, в этом определяется наша вера. Вера не только у номинальных христиан, это значит хотя бы раз в неделю прийти в собрание, это значит утром хотя бы несколько слов сказать в молитве, молитву «Отче наш» прочитать. Я хочу сказать о том, что вера – это каждый вздох в твоей и моей жизни. Вот как мы дышим, какой ритм биения нашего сердца определяется нашей верой, определяет нашу веру. Брат говорил, и написано так в этой книге, 11 главе Евреям Библии, говорил уже о Моисее. «Верую Моисей», 24 стих и дальше, «придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Мы взираем на воздаяние, мы взираем на награду, мы хотим получить венец. И это очень все правильно и хорошо. Но когда пришел Моисей в возраст,
когда он вырос не только физически, когда он вырос духовно до того, чтобы сделать какой-то правильный выбор и пойти путем, по-современному сказать, христианским путем, путем искреннего, истинного служения Богу, он сделал выбор. У него было много прелестей этого мира, этой жизни, но он когда-то подумал, помолился и сделал выбор. И поношение Христово. Отцы дома, объясните детям, что есть такое поношение Христово. Почитал лучшим для себя богатством, сокровищем, чем временные греховные наслаждения. И когда мы читаем всю эту главу Евреям, мы находим людей, которые делали в жизни своей выбор. И когда они делали правильный выбор, и когда они этот выбор держали в своей жизни, в своем служении, что бы ни случилось в их жизни, только потому, наверное, они попали на страницы священных писаний. Написано, начиная об Енохе, написано о том, что ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог восхитил его. И здесь в этой главе Евреям написано, прежде своего переселения он имел в сердце своем уверенность, что он угодил Богу. Мы надеемся на такое же переселение. Имеешь ли ты в этот воскресный день на вот этом благоприятном богослужении уверенность в сердце своем, что ты угодил Богу? Мы на этом месте, и я уверен, знаю, что в этом есть воля Божья, чтобы мы об этом думали сейчас и проверяли свою веру. Написано о Ное, бытие еще, о его жизни, описывается его жизнь, и там сказано, он ходил перед Богом. Бог когда-то сказал Аврааму, ходи передо мною и будь непорочен. Немножко отклоняюсь и хочу сказать о том, что хождение перед Богом, это не всегда хождение просто перед людьми. Мы знаем, как поступать перед вот этими братьями, которые сидят. Дети знают, как поступать перед родителями. Мы знаем, как поступать, когда нас остановил полицай или попали по какой-то причине на суд. Мы знаем, как там себя вести. Иногда мы делаем такой вид благочестия. Иногда у нас есть какие-то внутренние мотивы свои, а мы выставляем как богоугодное что-то. Вы знаете, когда-то ученики собрались на пасхальную вечерю, и там пришла Мария, принесла с собой сосуд. И там было драгоценное мира, и у нее было доброе сердце. Сердце, любящее Бога, у нее была настоящая живая вера. Она поверила Иисусу, поверила в Его прощение, в Его спасение. И склонилась, не пожалела вот этот драгоценное мира и отирает ноги. Один ученик поднимает свой голос и говорит очень такую назидательную и даже основанную на Библии речь. Вот сколько нищих вокруг нас. Продать бы вот это мира. Сколько бы сделали доброго дела. Ученики, наверное, подумали, действительно, не просто он носит вот этот ящичек. Действительно, он любит нищих. Но там был Христос, которому не нужно было, чтобы кто свидетельствовал о человеке. Он и сейчас проникает духом своим до разделения составов и мозгов, судит о наших помышлениях. Нету ничего сокрытого или тайного перед ним. И как Христос тогда смотрел на этого человека? Иуда, какие твои мотивы? Перед человеками ты говоришь правильно, а вот как перед Богом? Да хоть как перед твоей собственной совестью? Давайте не будем спешить осуждать Иуду. Иногда
Современные христиане так поступают. Мы можем принять вид благочестия. Мы можем говорить много о добре. Мы можем говорить о милостыне. Матфея Нагорная проповедь говорит о лицемерах, которые делают милостыню. Но это они делают на показ, чтобы люди их похвалили. Или когда постящиеся, они делают мрачные лица и часто объявляют о том, что они в посте или в пятидневном посте. И хотят это одеть в какую-то такую верующую форму. Но Бог говорит о том посте, который Он избрал. Книга пророка Исаии. Это настоящий пост, который Бог избрал, который угоден Богу. Благослови нас в этом, Господь. Каждый человек делает выбор в своей жизни. Когда-то Авраам сделал выбор и оставил свою землю и пошел. Он оставил свой дом, оставил такой обжитый быт и пошел, чтобы быть названным другом Божьим. Библия говорит тебе сегодня и мне. Христос сказал: вы друзья мои, вы братья мои. Но я проверяю свое сердце. Наверное, Христос, когда говорил, что вы друзья мои, меня назвал другом, Он, наверное, надеялся, что будет на меня смотреть, как на подвиг души своей с довольствием, что я буду верным другом, что буду любящим другом, что я не буду никогда менять его по каким-то мелочам. Авраам сделал выбор и пошел. Различное встречалось в жизни его, но он хотел быть другом Божьим. И знаете, он был назван другом Божьим не сразу. Бог дал ему когда-то обетование, прошло время, и вот этот сын обетования родился. Преклонный возраст, в преклонном возрасте жена его, и вот, слава Богу, рождается сын. Есть надежда на звезды, есть надежда на песок морской, и из одного может распространиться вот этот род народа Божьего. Проходит какое-то время, и это уже касается вот этих испытаний, огненного искушения, не чуждайтесь, как чего-то неудобовразумительного. Как много, о чем уже говорил брат Роман передо мною, в нашем служении становится и в нашем хождении перед Богом неудобовразумительного. Приходит когда-то к нему опять Господь и говорит: вот этого сына, вот этого отрока, которого ты имеешь, возьми с собою. И рассказал ему, что делать. И смотрит, ходит ли Авраам перед Богом непорочно. Смотрит на движение его мыслей. Только Авраам, наверное, и Бог знал, что в сердце его. Когда я это говорю, я стараюсь как-то хоть со стороны поставить себя на место Авраама. И проверяю свою веру. И думаю, как бы я поступил, что было бы в моем сознании. Что бы я говорил, может быть, перед людьми, я объяснил бы себя. И сказал бы, ну как это так? И нашел бы правдоподобные причины. А перед Богом, Бог смотрит в сердце, Бог смотрит в суть. Берет этот человек, идет по дороге, не один час идет. Мы идем христианским путем не один час. И делаем какой-то выбор. И с каждым шагом Авраам мог сделать какой-то выбор и повернуться обратно, или остановиться и подумать. А он имел живую веру в живого Бога.
И вот это доверие оставлено, написано в послании к Коринфянам, образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, чтобы мы были действительно верующими людьми, не только назывались такими, но были такими. Оставлен осел, отроки, сын по дороге спрашивает, все, был научен вот этим путям и заповедям Господним. Говорит, отец, у нас все есть для жертвоприношения, и огонь, и дрова, а жертва где? Отцы, проверьте свое сердце. Иногда, может быть, дети наши не всегда хоть ходят путями правды, потому что заметили, может быть, в нас какую-то неуверенность или какой-то неправильный выбор. Господь усмотрит. Идем, сын мой. А сам знает, может быть, это уже последние слова. И вот поднята рука, в руках нож. Опять у них, они живые, у них есть движение мысли. И вот голос от Бога. Остановись. Я вижу твое сердце. Я сегодня не хочу говорить чисто к нашим эмоциям. К сердцу твоему и моему. Может быть, не сын. А может быть, что-то блестящее, дешевое, проходящее в нашей жизни. И мы останавливаемся и делаем выбор не в сторону Бога. Я не нахожу в Библии, чтобы потом сын Авраама обижался на своего отца. Я не нахожу, чтобы он опять спрашивал, почему ты так со мной поступил и так дальше. А я нахожу то, что отец и сын укрепились в Боге. И веру свою подтверждали делами. Благослови нас Господь, братья и сестры. В Библии есть много примеров, которые говорят о выборе. И все те, которые оставлены нам в пример на страницах священных писаний, они делали выбор. Делали христианский выбор. Делали по Божьей воле выбор. На основании Божьего Слова выбор. Сегодня люди многие говорят о том, что я Богу служу, но не обязательно уже те заповеди, которые давались 2000 лет назад, исполнять. Мы живем в современном мире. Дорогие друзья, если мы пренебрегаем Божьим Словом, мы пренебрегаем самим Богом, потому что здесь отображен Его характер. Его чувствование, и Его воля, и Его желание. И мы становимся подобными Христу, только когда поступаем по Божьему Слову. Когда-то во времена Давида много было у него правильных выборов, и сегодня были описаны и неправильные выборы, или выбор. Но я обращу внимание на то, что было хорошо в его жизни. Это будет нам в назидание. Филистимский отряд, Вифлеемский колодец, он окружен вот этим большим отрядом. И вот рядом вода, а Давид и его люди изнывают от жажды. И Давид говорит, кто бы принес мне вот этой воды с этого Вифлеемского колодца. Павел потом, зная, наверное, это место Писания, говорил, что такое подвиг. Молодые люди, братья и сестры, не только будем говорить об отцах наших или праотцах, которые совершили когда-то подвиг. Подвиг твой. И сегодня на этом месте есть герои веры, которые скромно сидят на этом месте, но у них есть живая вера в живого Бога. У них есть искреннее решение в сердце своим, в своем, при любых обстоятельствах жизни. Я окажусь верным Богу,
Когда меня не поймут люди, я хочу, чтобы меня Бог понял. Я хожу перед Богом. И вот трое сильных идут туда, пробиваются. Только Бог знает, как они пробились и приносят эту воду. Приносят царю. С уважения царь может выпить эту воду. Но он поднимает эту воду в руках своих и выливает ее, делает такой выбор. Он хоть и царь, но он со своими братьями. Он делает выбор, и когда он не мог утолить этой водой всех тех людей, которые были с ним. И я думаю, это он делает для того, чтобы перед Богом поступить по любви правильно, хорошо. И он сказал, как могу я пить эту воду? Это кровь тех людей, которые пробивались к этому колодцу. И я думаю, в сердцах этих воинов поднялся дух. И они совершали победы во имя Господне. Брат и сестра, когда ты пробиваешься через тьму этого греха, этого мира, и когда ты делаешь это ради Бога и во имя Господа, тогда дух людей, которые окружают тебя, поднимается. Они укрепляются в Господе, когда ты не соблазном служишь для них, а служишь светом, солью. Мы по Библии призваны для того, чтобы быть светильником, который стоит на возвышенности и светит этим людям. Потому, когда говорим о том, как мы должны ходить, как мы должны говорить, как мы должны одеваться и так дальше, это немаловажно. Духом, душой и телом мы должны отображать Христа. Церковь – это посольство Божье здесь, на этой земле. Мы отображаем Его Царство. Мы представляем Бога на этой земле. Потому узнают окружающие люди, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь. Если мы будем иметь любовь. И было в стихе сегодня рассказано не только друг другу, так делают люди этого мира, а будем любить врагов. А Бог внимательно смотрит, когда встречается враг со мною, моя реакция. Ходим ли мы перед Богом? Благослови нас в этом, Господь. А трудности для церкви, трудности для тебя, многодетная мать, трудности для тебя, тот отец, который несет тягость дня в постах и в молитвах, трудность для тебя, церковь, это не что-то неудобовразумительное. Седьмая глава Матфея написана о том, может быть, редко мы об этом читаем или рассуждаем, чтобы мы шли узким путем, чтобы мы ходили тесными вратами. Библия говорит о том, что кто не берет креста своего и не следует за мной, тот что? Недостоин меня. Мы хотим удостоиться, и когда-то сыновья одной матери были представлены сесть рядом с Христом. Удостоиться этого. Давайте будем ходить путями правды. Давайте будем делать правильный выбор. Я знаю, что в этом воля Божья, чтобы я сегодня потрогал свои духовные плечи и почувствовал ли там крест. Если я всегда хочу налегке бежать, если я хочу всегда иметь только удовольствие, то это, наверное, какое-то не это Евангелие я читаю. Не будем к этому, как к чему-то не нашему относиться. Если у тебя есть трудность в жизни, если у тебя есть испытание, тебя кто-то не понял, может быть, над молодыми людьми из-за ихнего поведения кто-то
с иронией к ним отнесся. Тебя за это благословляет Господь. И Он как раз на то место тебя поставил, чтобы ты осолил то место, чтобы ты был там светом. Благослови нас в этом, Господь, время идет. Мы будем молиться Господу нашему. И я попросил бы вас, я знаю, что в этом есть воля Божья, чтобы мы молились о нас, о наших детях, чтобы мы делали в каждое время правильный выбор, как верующие люди. Встану утром, приглашают меня куда-то, чтобы я все сверял с Божьей волей, с Божьим Словом. Написано о наших братьях, которые были там раньше, где-то в 10 главе Евреям написано о тех, которые жили до нас. Там написано о них, что расхищение имения своего, вот этот крест вот такой, вот эту тяжесть расхищения имения своего, ради того, что они верующие люди, ради того, что их не защищает власть, и мы часто бежим, вот с нами поступили несправедливо, незаконно, в суд идем и так дальше, защитите нашу справедливость. Первые христиане не были защищены законом, они были вне закона и расхищали ихние дома. Имение своего они принимали с радостью. Знаете почему? Я проверяю свое сердце сейчас. У меня неплохой дом тоже. Потому что они имели уверенность в сердце своем сегодня, что у них есть на небесах дом, нерукотворный, вечный, слава Богу. Если вот эта уверенность будет в твоем и моем сердце, никакие трудности этой жизни они не дадут тебе импульса к тому, чтобы ты усомнился, возроптал, огорчился и так дальше. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Пред Ним преклонимся, Ему помолимся, и пусть Духом Святым Он действует в нашей жизни. Аминь. Дух Святой, силой власть неба жив Господь, да будет имя Твое благословенно, превознесено и прославлено. Да светится оно, и благодать, и мир да наполняет наши сердца. Во имя Иисуса Христа мы идем к Тебе, источнику жизни, источнику всякого благословения, нашему Богу и Спасителю, аллилуйя. Глория Чайбара Рикара Ревичес, Инсула Рабайсу Невери Табачевес, Килабара Кату Рейши Доларевес, Била Рабайсу Некинтару Ревес. Господи, да будет милость Твоя над наследием Твоим, яви силу и славу Твою, яви Твое величие и могущество среди Твоего народа, Господи. Дай нам делать правильный выбор каждый день нашей жизни, усомниться или возроптать, или стоять твердо на пути правды. Аллилуйя, глория, чей берегаду ребес, сула баракаду речи на уребес, лирибай суней гитару ребес, Тула рабай рекейчи на уреби чес, и лива рассаду рекейту, благослови великий и святой, народ Твой и церковь Твою, во имя Иисуса, благослови каждую душу, благослови каждое сердце, мы так нуждаемся в Тебе, наш Бог, мы нуждаемся в действии Твоего Святого Духа в жизни нашей, в жизни наших детей, в жизни наших церквей, во имя Иисуса, глория чиба, Ларикату ревен, сула рабай сенал ревичевес,
Титула рабай ченора кей. Благослови каждую душу. Благослови тех, кто устал, кто изнемог, кому сегодня тяжело во имя Твое. Мы обращаемся к Тебе, престолу Твоей благодати. Мы ищем лица Твоего, святого Господи, дабы Ты Духом Святым давал нам, Господи, силы, разумение воли Твоей, страх Твой божественный, да наполнял бы наши сердца во имя Иисуса. Чибала река Туревис, ора балала ваталу рекейту, чибала варасейту наубакейт, лириба чей гиритаба норас, и либо расаду айтус, силой власть неба жив, Господь, посети каждую душу, Царь живой, Бог святой, тех, кто устал, тех, кто изнемог, Господи, кому гасают духовные силы, кому гасает вера, Господи, помилуй, яви силу Твою и славу, чила рабай суневи чебес, кула рабату не китару ребес, о рабанали вацейши на руке, лириба сатури норавайтус, тумбала река турей чигату, лирива сатуре бичес, каждого брата, каждую сестру, мы предаем Твоей святой благодати, аллилуйя, глория чей герита луреви, чила рабай суреви тату, кила рабай чина луреви, тура банана вакей чина русай, о Дух Святой, действуй среди нас, помоги нам, Господи, быть светом, солью и примером, помоги отразить Тебя, Господи, во имя Твое святое, да святится Твое имя, и благодать Твоя, да наполняет сердце наше, хвала Тебе и честь, аллилуйя, чибала река туре бестак. Да будет имя Твое благословенно, наш добрый Бог. Мы собраны и провели это служение во славу Твою для нашего назидания. И помоги, чтобы мы слово слышанное растворяли верою в сердце своем, чтобы мы были исполнителями Твоего слова, Твоей святой воли. Господи, помоги нам в этом. Помоги тем, кому сегодня тяжело, кому гасает вера, кому гасают духовные силы, да будет милость Твоя, Духом Твоим святым поддержи и благослови народ Твой, Дух страха, Дух силы, любви и целомудрия, Дух любви, да наполняет сердца Твоего народа, смирение, кротости и воздержание, чтобы люди, окружающие нас, видели нашу богобоязненную жизнь и прославили Тебя, Царя царей. Благослови эту церковь, благослови каждого трудящегося среди Твоего народа, благослови тех, кто сегодня в болезнях и скорбях. Тебе за все хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Святися ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Сідайте, брати і сестри. Ще декілька хвилин ми завершимо молитву за нужди народу Божого, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися, так що потерпіть трошки. Дякуємо нашим гостям, нашій молоді, яка приїхала з Портленда. Хай вас Бог благословить, дорога молодь. Ви сьогодні послужили благословенням для нас і для нашої церкви. Ну, я розумію, що у вас ще осталась програма. Розумію, що не всі поучаствували. Будь ласка, приїжджайте ще. І ту програму, яку ви оставили, да, ви зможете продовжити. Хай вас Бог благословить. Вибачайте, що отакий у нас час. Ніяк ми не можемо. Хоча я кажу, ми не ограничені, але вже так привикли в Америці, розумію, що коли дуже далеко затягується собрання, не буде ефекта в заключній проповіді і молитві. То, тому брат Віктор став в кінці вже, щоб говорити заключну проповідь. Благословляємо вас, дорога церква, так зване Вінницька, або Еммануїл. Хай вас Бог благословить, сиротлі ваш брат Віктор. Дякуємо, що ви відвідали нас, і Боже благословення для вас усіх. Ну і буде можливість, ще колись приїжджайте. Ми бажаємо мати такі дружеські відношення.
є церкви, з якими ми хочемо мати дружеські відношення. Хоча ми приймаємо із інших церквей, хоча просимо і кажемо завжди, у нас є свій порядок. Будь ласка, підтримуйте порядок нашої церкви. Ну, але деякі церкви ми приймаємо. Але з деякими церквами хочемо мати дуже в таких тісних, дружніх відносинах. Слідуючу неділю до нас приїжджає молодь із церкви Сакраменте від Віктора Вронського. Так що три неділі підряд в нас гості. Хоча і вечором бувають гості. І будемо радуватися, що гості нас відвідують, люблять нас і хочуть бути разом з нами. І бажаємо Божого благословення всім. Значить, «Любов Божа» журнал, хто бажає придбати, там, будь ласка, в кінці Страліна предлагає для вас. Сім'я Архіпчук, які попросилися в неділю, коли у нас блоки боломання, вони являються членами церкви. Вам піднімись, будь ласка, брат Валера, да? Валера і його дружина, яка не може бути, тому що декілька днів тому назад родила доньку. Ми благословляємо їх, приймаємо члени церкви, хай Бог благословить вас, щоб ви чувствували себе як в своїй сім'ї, як в своїй церкві. Божого благословення. Значить, сьогодні в неділю, сьогодні вечором ми будемо мати молитву над дітьми. Будь ласка, хто бажає, щоб завершилась молитва над немовлятами, принесіть їх в вечірнє зібрання. Та як вранці в нас завжди є гості, обично гості ведуть зібрання, то ми вирішили зробити цю молитву вечором. Так що, будь ласка, сьогодні вечірнє зібрання принесіть, і ми звершимо цю молитву. Ну, як я вже казав, ми хочемо вечором зробити збір для сім'ї Славіка і Люби Медведь, які на Україні. Люба, 12 дітей. Славік колись був у нас. Це Паші Манчик, син, який живе на Україні, діякон церкви в Новолинську. І постигла їх така тривога, таке переживання. Люба заболіла на рак. Зараз її роблять хімії. Кожна хімія стоїть гроші, треба платити. Не так, як в Америці буває, дадуть ще медкупон, якщо фінансове положення не є стабільне. І перекривають. Там треба за все платити. І ми вирішили допомогти тій сім'ї, многодітній сім'ї, в якій 12 дітей. Так що будьте на вечором готові для того, щоб зробити збір. Читаю нужди, які поступили, і ми будемо мати останню молитву. Хочу сказати для всіх гостей, гості після зібрання пройдете в третій зал, там, де ви мали, мабуть, репетицію, підготовку до зібрання. Пройдете туди, і там будете мати общення за столами. Буде продовжуватися далі ваше служення. Тільки за столами зможете підкріпитися на дорогу. Хай Бог благословить вас. Ну і наша молодь пройде з вами теж. Наша молодь так само. Будете мати разом общення. Церква Христова, моліться за Анатолія Бабець, просить мама, і дякую за молитву. Просимо помолитися, щоб Бог благословив нашу дорогу. Дякуємо, сім'я. Помоліться, будь ласка, щоб Бог благословив наше служіння, яке ми будемо мати в підростковій тюрмі сьогодні між зібраннями. Значить, група нашої молоді і її старші браті, які підуть в підросткову тюрму, щоб звершити там служення. Будемо молитися, щоб Бог їх благословив. Дорога церква, помоліться за моїх дітей і внуків, щоб вони покаялися в своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому від чистого серця. Я надіюсь на милість і допомогу Господню. Дякую за молитви, мама просить. Прошу помолитися за мене, щоб Бог благословив мій обратний переліт додому. Сестра просить. Дорога церква, помолитися за нашу донечку, щоб Бог дав їй здоров'я. Дякую за молитву. Будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув до церкви. А також звільнив від залежності гріха, батьки просять. Брати та сестри, церква Божа, я вам дуже дякую за ваше щире серце, за вашу матеріальну поміч, яку ви пожертвували для нашої сім'ї в цей нелегкий для нас час. Ваша жертва є великою підтримкою для нас. Нехай сам Бог воздасть вам і рясно благословить вас і ваші сім'ї за вашу доброту і співчуття до нас. Щиро подякую для вас, Володимир і Мар'яна Манчик та наші діти. Значить, Володя Манчик і Мар'яна, дякую за допомогу, яку ви оказали прошу неділю вечором. Дорогі брати і сестри, помоліться, будь ласка, за нашу дочку Ангелінку. Сьогодні в неї день народження. Хай Бог і надалі благословить її, щоб вона все своє життя присвятила тільки йому. З любов'ю батьки просять. Поздравляємо всіх іменинників, хай Бог благословить вас. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог дав йому бажання і жажду служити Богу. Батьки просять. Брата і сестри, прошу помолитися за мене. Мені будуть робити операцію в середу, щоб Бог благословив руки врачів, який буде робити операцію брат Володимир. Буде молитися. Помоліться за благополучний переліт на Україну. Брат Саша, дякую за молитву. Благодарю Бога моєго за помощь до цього міста. Посвятила
посетил меня болезнью этой. Господь упустил болезнь. Но как человек нуждается в полном выздоровлении, и прошу, просьба молиться. А также молитесь за благополучие в Украине, Америке и Израиле. Молитесь за миссионеров и гонимые церкви, брат Василий Рубашко. Вася Рубашко переболів, був в госпіталі деякий час. Але сьогодні з нами в зібранні. Ми дякуємо Богу і будемо молити, щоб Господь дав повне оздоровлення. Бачу, Олег Шевчук є, да? Олег, мабуть, хоче сказати. Я розумію, що брата Олегу теж треба повне виздоровлення, да? Тому що схватила в нього спина, сильно боліла спина. Не міг бути в зібранні деякий час. На роботі не може бути. Сьогодні вже є в зібранні. Вже краще, так, Олег? Будемо дякувати Богу, будемо просити, щоб Бог повністю здоров. Дав повне здоров'я, 100%, щоб Олег далі міг працювати, їздити на траку, заробляти для своєї сім'ї. Ну і так само бути в церкві, в хору і славити Господа. Хто має ще якусь нужду, будь ласка, скажіть. Страдія просить за брата Віктора Кучерняка, буде молитися за брата Віктора, нашого пастора, який теж захворів, вже довший час не може бути в зібранні. Хай Господь дасть йому здоров'я. У мене є таке оголошення, як брат Саша і казав, наша молоді, наші гості, ми для вас приготували там місце, ми зможемо мати общення, і якщо у наших гостей ще є пісні, вірші, ви зможете поучаствувати. Цей час буде присвячений для того, щоб молодь мала це общення. Запрошуємо всіх, молодіж і гостей. Крім цього, на другу неділю до нас приїжджають гості з Каліфорнії, і ми повинні їх прийняти на ніч. Це буде з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. Брат Іван Голуб, він буде записувати тих людей, які зможуть прийняти. Ви можете підійти до нього і скажіть, скільки людей ви зможете прийняти на ніч. Звертайтеся до нього. Крім цього, завтра є молодіжне зібрання. Ми запрошуємо нашу молодь, щоб ви приходили на молодіжне зібрання. За це зібрання буде відповідати Сергій Канцимал. Якщо у вас є вірш, пісня, чи ви хочете сказати слово, ви звертайтеся до нього, він вас запише, і ви зможете завтра поучаствувати. Дякую. Дорога молодь, я часто звертаюся до нашої молоді. Ви наші дорогі діти. Ми любимо вас, ми благословляємо вас і просимо вас, дорога молодь, служіть Господу. Будьте активні дуже, активні. Посвящайте молодіжне зібрання, не залишайте. Буває так, як обідно робиться, коли прийдеш на молодіжне, так мало молоді. У нас молоді більше 200 чоловік, я знаю. Але буває на молодіжному дуже мало. Будь ласка, приходьте. Ви знаєте, так приємно глянути, коли вся сцена, дивіться, украшена тими цвітами, як гарний великий букет, молодь знаходиться в хору. Дорога молодь, у нас місце є в хорі. Будь ласка, приходьте на співанку. Співайте во славу Господа. Ті, які оставили співанку, але ви ще є молодь. Ви чуєте, якщо не замужем, не женаті, ви є молодь. Будь ласка, не залишайте співанку, поверніться назад. І співайте во славу Божу. І приємно, коли дійсно вся сцена зайнята, коли нам не треба підсаджувати просто із зала підростки або молодіж чи дітей, щоб зайняли місце, бо в залі не вистачає місця. Так що я ще раз кажу, благословляю всіх, хто хоче трудити во ім'я Господа. Маєте талант, дав вам Бог гарний голос. Ідіть ора, ідіть в молодіжний хор, ідіть підростковий хор, всі хори, які є в нас, і хай вас Бог Христу благословить. Хто має ще слово якесь? Можливо, вітання є? Привітання. Брат Віктор передає вітання із їхньої церкви, церкви Еммануїл з Портланда. Давайте ми ставимо наші ноги. За привітання ми щиро дякуємо. І взаємно від нас продавати просим і молимося за всі нужди Божого народу. Молимося, церква. О, дорогий Господь, ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Дякую, дорогий Ісус, хвала тобі, слава тобі, Господь. Алілуя тобі, Ісус, даш. Алілуя тобі, Дух Святий, честь і подяка тобі, що ти себе даш, Бог. Ти достойний слави, Ісус, ти достойний, коли віддаш, Боже, даш тобі слава, тобі хвала. Тобі честь і поклоняння, Господь. Алілуя тобі, Ісус, даш. Алілуя тобі, Дух Святий, хвала тобі, слава тобі, Ісус. Честь і подяки тобі, що ти благословенний наш Бог, ти достойний слави. О, достойний ти, коли віддаш, Боже, даш. Ми тебе дякуємо за це зібрання, за твоє благословіння, Господь, за твоє слово, яке дарував для нас, Ісус. Дякую тебе за цю прекрасну молодь, яка посетила нас сьогодні із Портланда, Боже, даш. Алілуя, бій, карман тобі, рябі. О, скибіти, рябі, зурбі, штраби, тебе, глави, тебе, гребіти, Господь, даш.
Аллилуйя, мінь карман, тебе раби, зурби, штраби, тебе глави, тебе грабіта. О, благословляю тебе, наш Ісус. Слава тебе, Господь, хвала тебе, за цей час була приємний день спасіння. Дякую тебе, Господи, за це зібрання, Господь, яке для нас, ранкове недільне зібрання. Так багато людей прийшло, щоб прославити Твоє святе ім'я, щоб назидати Твого слова, Господь, Гарри Боктер. Ми тебе дякуємо за наші гостей, які нас відвідали, Господь. Я тебе прошу, благослови ту прекрасну молодь і спорту, яке посітили нас. Боже наш, їхню церкву благослови, служителів їхніх, Господи, Бордаш. Я прошу, коли будуть їхати обрати, храни їх в дорозі, будь з ними, Ісус, і благослови. Я тебе прошу за всю молодь наша, Господь, Гарри Боктер, благослови. Дай, щоб цій Америці молодь наша, Господь, була дійсно гаряча, Бордаш, щоб служила тобі, любила тебе, і сни за тобою, Господь, була активна в служенні, Господь, Гарри Боктер, посвящала свою юність на 100%, твій тобі на алтар, Господь, благослови. Я тебе прошу, Ісус, дорогий, благослови нашу молодь, хай не піднімається, Ісус, хай ми світом і солью, і всіх наших дітей. Нас найбільше переживання сьогодні в цій Америці, Господь, не те, що нам їсти, Господь, та Бог, і де жити, а на переживання, як зберегти молодь нашу, дітей наших і підростків наших, бо в нашій країні. Я тебе прошу, Ісус, збережити їх для Царства Небесного, для спасіння, що вони були твоїми, Господь. Був той час, коли батьки приносили їх в церкву, Господь, а сьогодні брали на руки і посвящали для тебе. А наша молитва до тебе за тих, яких нема сьогодні з нами, Ісус, які оставили твою церкву, які ходять в цьому світі. Поверни на дорогу правди, Ісус, спасити її. За їх моляться батьки, просять, плачуть, Господь. Моляться, Господь, взиває до тебе, Ісус, спасити. Я сильний Бог, щоб спасати. Наш Господь, дорогий, я тебе умоляю, благослови, Господь, наш Бог, тих, хто є хворий. Ісцеляйте їх, дай здоров'я для них, Господь. Віктор Кочаніка, ісцели, Бор наш. Толіка Бабець, Господь, якого просить завжди мама. Наш Господь, дорогий, і останніх хворих ми несемо до тебе на руках молити. І просто виявляй твою милість. Ми радуємося, що сьогодні в зібранні з нами вже є Олег Шевчук і Вася Рубашка, за якого ми молилися. Боже наш, але восстанови їх здоров'я повністю на 100%. Господи, благословити їх, Ісус. Благословляємо тих, кого до народження. Боже наш, благословити їх. Хай вони, Господи, виростають. Славу для тебе. На радість їм батькам, Боже наш. Я ще раз тебе прошу, Ісус. Благословляй тих, хто буде відлітати, хто буде перелітати через океан, храни в дорозі, оберігай, Господь. Наш край Україну благослови. Дай мир Україні, Господь, Гарри Боктер. Благослови Ізраїль і цей край, де ми живемо, Америку. Боже наш, ти переслав так багато людей, Господь, християн, цю країну. Раді християн, раді праведників, продовжуй мир і спокій і благополуччя в цьому краї. Наш Господь, і пробуди цей край. Перш всього нас, християн, пробуди. Підніми на вищий духовний рівень, Ісус, і поможи нам бути святим і солью, і осадяти цю землю, яка розлагається сьогодні в гріхах і в беззаконні. Боже наш, зупини ці гнусні закони, щоб вони приймали в цій країні, Господь, Гарри Боктер. Дай, Господь, Гарри Боктер, страх і божественний власті мущик, мій Ісус. Я ще раз тебе прошу, цей край благослови. І нас усі благослови, місіонери благослови. Всі, Господь, хто переживає трудності, ганіння, переживання, скорбі, Господь, зайди в ці дома. Укріпляй, Господь, віру, Господь, скорбящих. Ісус, і дай бути вірними тобі до кінця життя. На тебе надіємося ми, Господь, і тебе саме дякуємо. Сім'ю Архіпчуків благослови. В них родилася донечка буквально декілька днів назад. Боже, благослови. Укріпи дружину, Господь, Гарри Боктер. Маму, Господь, Гарри Боктер, і дай їй сили. І хай ці всі дітки виростають славу для тебе. На радість батькам. На тебе надіємося ми, і тебе за все дякуємо. Тобі слава і хвала за все. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа.